Сейчас уже третий из тех сочинцев, кто тогда отправился на помощь, к сожалению, нет в живых, но память о них и об их подвиге живет. Мы практически всем до единого бесплатно выделяем санаторно-курортные путевки для лечения, оздоровления. Серьезно следим за тем, чтобы чернобыльцы получали оперативно медицинскую помощь. Ну и, конечно, делаем все для того, чтобы те квартиры, которые положены нашим чернобыльцам, они их получали. Сегодня в адрес чернобыльцев звучало много благодарственных слов, ну а некоторые из них удостоились очередной награды. Знаками почета, благодарственными письмами и грамотами за активную гражданскую позицию, мужество и самопожертвования, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получили 11 сочинцев.